Что делать, когда кажется, что выхода нет? Помните, что он есть. Что вам может помочь? Вспомните разные трудные ситуации из своей жизни, когда выхода не было. Но он же находился. Вот эту память, нужно на нее опереться. Это первое. Второе. Думать о будущем, а не о прошлом, где мы застряли или настоящее. В уме перестроить мышление, концентрироваться не на ограничениях ситуации, в которой вы находитесь, а искать возможности, которые в ней содержатся. Хочу вам одну историю рассказать. Один мастер собрал своих учеников, поднял перо чернильное, и на кончике пера появилась капелька чернил. Внизу лежал белый чистый лист бумаги. Ученики, как завороженные, смотрели на эту капельку. Она становилась все больше и больше, и в какой-то момент оторвалась и упала на бумагу. Возникла клякса. Учитель взглянул на учеников и спросил их, что вы видите? И они стали описывать узор этой кляксы. Один увидел что-то в кляксе одно, какое-то животное, кто-то птицу, кто-то еще что-то. Учитель печально слушал своих учеников и в какой-то момент встал и ушел, расстроенный. Через некоторое время ученики пришли к нему и спросили: «Мастер, почему вы так расстроились?» Он посмотрел на них грустно и сказал: «Знаете, никто из вас не увидел белое пространство вокруг этой кляксы. Дорогие, научитесь искать возможности, а не недостатки».